Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, уважаемые организаторы нерусской культуры в Латвии. Сегодня я имею честь уже четвертый раз приветствовать вас в этом зале на открытии Дней русской культуры в Латвии. О чем это говорит? Это говорит о том, что проект по возрождению Дней русской культуры в Латвии состоялся, и это становится уже доброй традицией 21 века. Это говорит о том, что русская культура, имеющая в Латвии вековые корни, живет. Более того, она востребована латвийским обществом. И еще более того, она обогащает латвийское общество. Поэтому мне сегодня особое слово благодарности хочется сказать и всем участникам многочисленным, которые будут в эти дни русской культуры выступать, радовать своим искусством, своим творчеством. Но при этом особое слово благодарности тем, кто стоит у руля этих дней культуры, то есть оргкомитету. Если, уважаемые дамы и господа, вы своими аплодисментами эти слова благодарности им за ту огромную работу, подвижническую работу поддержите, я думаю, что от этого их добавится и сил, и энергии, и поколения. Сегодняшнего праздника, с которым я вас всех поздравляю, уважаемые дамы и господа, с праздником, с днем открытия Дней русской культуры Латвии 2014.